31 марта в Казанском федеральном университете состоялась встреча студентов с заместителем президента, председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым. Цель нашего визита – это расширить наше сотрудничество. Мы сегодня как раз и подписывали соглашение об этом. И сотрудничество наше предполагает разные формы. Вот. И участие наших специалистов в образовательном процессе, и, соответственно, участие в финансировании вашего эндаумент фонда, который идет на развитие, в том числе образовательных программ, и поддержка преподавателей и студентов продуктами и сервисами нашего банка. Представители банка ВТБ встретились с первым проректором по научной деятельности Дмитрием Таюрским, после чего было посещение Музея истории Казанского федерального университета для ознакомления с историей вуза. Главным же событием вечера стало подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и банком ВТБ. Вот очень приятно, что мы сегодня, общаясь с Анатолием Юрьевичем, узнали о многих инициативах ВТБ банка, которые направлены на социальную поддержку и пенсионеров, и социальную поддержку работников, студентов. И действительно это очень важно, потому что в этом случае, когда человек ощущает поддержку, пусть даже небольшую, он ощущает, что он не один. Также в рамках встречи Анатолий Печатников пообщался со студентами и вручил им памятные подарки от ВТБ. Это все происходило в рамках благотворительности «Студенческая весна». Лилия Шайхутдинова, Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.